В нос пшикнуло, нормалек. Так, одну секундочку. Почему же у меня... Привет, Эля, писюльковой магии. Здорово, Саня. Так. Ага, все. То есть, когда я развернулась, Руто не заработал. Понял, понял вас, понял. Блин, нос, дыши, пожалуйста, умоляю тебя. А то мне прям воздуха не хватает дышать. Ладно, можно, в принципе, ртом дышать. Так, ну-ка, сейчас я хочу микрописюльковое проветривание. Можно микрописюльковое? Во, отлично, микрописюльковое проветривание открыто. Так, поехали. Убивать никого не будем. Убивать никого не будем. Просто тут походим. Походим, побродим. Поищем, порыщем. О, нормально. Нормально. Нормально у них тут склады. Мне нравится. Капец ему будет, если обоих запереть надолго. Прапор? Ой, жесть какая. Бандитов можно убивать? Да зачем? Вот падла, бля! Так ругается, как будто он меня видит. Но где он? Ауф. Дивафуту дэнс, дивафуту дэнс. Настенька, привет, спасибо тебе большое за ресап второй месяц. Добро пожаловать обратно в Волчиста. Наши лодки в твоем распоряжении. Мы же не от стримера, от чарика прекраснейшие смайлики. Ну тебе слюнявого. Лизика тебя. Маслины вышли. Наших козлы валят, лол. Их точно можно убивать, прапор, ты уверен? Тебя с прапором запереть, точно прибьешь его. Я, да. Ай, блин. Как приятно. Это моя работа, делать вам приятно, получается. Точно уверен, я же проходил на хорошую концовку. Хорошо. А я все. Блин, носик, ну не чешись. Так, ну вообще, а все-таки стрелять по ним я все-таки не хочу. Не хочу. Алло, братуха, ты че тут? А по мне стреляли? Батла, походу, да. Ай-яй-яй. Ого, какой ты бронированный нахрен. Ай, да ну тебя в жопу. Второй раз подряд. Нельзя, короче, этих фанатиков трогать, так как они мирные. Понял. Я все равно не очень хочу патроны тратить. Здорово, Глюшок, Писюшок, как делище. Блин, я не могу. У меня, короче, вот волосы, я когда вот так делаю, у меня аж челка короткая, и вот здесь всякие волосики, и они мне так лицо чешут. Мне так щекотно, просто жесть. Короче, буду вот так вот волосы убирать, потому что не могу, все чешутся. Кстати, а что мне там в салон записали-то или не записали? Так, отлично. На завтра меня на 15:00. 12:00 на 12:00. Окей, хорошо. Все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Пойдем вот тут оббежим тогда, раз так. Ты меня собака увидела. Ай, я не успела, ну почему я не успеваю? Неужели придется их убивать? Или у меня просто хп не хватает? Понять не могу.
Волосики вы зачем или лицо чешете? Растут, так сказать. Так, а я тут была. Чё лежишь, брат? Сука, бля! Чё он ругается? Он ругается чё-то. Матерится вот это вот. На тебе, козёл. Нехер орать. На тебе, падла драная! А чё я не могу? Так, быстрее заворачивай и хилься. Здоровье не казённое. Заканчиваться может. Так, потом всех полутаю. Так, где там пёс? Выходи. Подстрелила я его? Чини. Вот в писик сразу шотнуло, нормально. Так, а где остальные там наверху? Там ты, сука. Ты чё обзываешься? Ой, нос не чеши. Ой, у меня игра свернулась. Сейчас, подождите секундочку. Надо нос почухать. Все, пацанчик, твоя взяла! Нос мой бесит. Блин, я вроде похилялась, а вроде и не хилялась. Что за фигня? Так, там вон лестница есть, а как наверх-то подняться? Капец. Руина. Такая ты руина. Спасибо, чёт, спасибо. Естественный отбор, да. Блин, сейчас опять с ними драться, что ли? Водичка! Сейчас, подожди, мне что-то в глаз попало. Что-то мне как будто... А, нет. Блин, все заново. Я пошла в атаку. Вот так. Так, Мишаня, ваше здоровье. Вот так не удалась. Моя попытка номер 5. Сеанс почесывания, это у меня, да. Да, это походу на Доктор Пеппер у меня аллергия. Блин, пули на них что ли потратить? Ой, так будет легче, наверное, да. Я, бля, не понял. Э, братва, это там чё за колонны, бля? Да господи, какие вы прытки! Пошли, вы вышли! Да кто, откуда бьёт? Нос чешется, подождите! Ты про салон говорил, у тебя запись на почесушке. А, не. Я завтра буду делать бровки себе и педикюр. Педикюр, да.
Маникюр решила, что еще пока, наверное, раненько, на следующей неделе схожу. Надо пока подумать, как сделать дизайн, а то я уже так привыкла к красным ноготочкам. И вроде менять не хочется, но вроде как что-то новенькое надо. Кого там так плющит? А, вон ты где, крыса поганая. Лазером своим палишься, крыса. Так, Ичига, я с тобой поздоровалась или нет? Здорово тебе. Кто стреляет-то? Что за звук был? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У вас мой кошмар какой-то, божечки. Я люблю тебя, жесть, за что? Что я такого сделала, что ты меня любишь? О, это новый какой-то этот у меня есть. Противогаз. Противогаз у меня новый. Так, это еда, еда, еда. Свет. Все, больше ничего нету. Ладно, видимо, потому что шлем есть. Уже особо ничего и не надо. Так, это что у нас тут? Лавочка, да? Угу. А как наверх-то подняться, чуваков полутать? Надо бы наверх подняться, но я не совсем понимаю, как. Вот здесь? Он не хватается. Ты очень красивая. Блин. Но иногда у меня бывают дни, что я не очень красивая. И ты все равно меня будешь любить, получается. Кто стреляется там? Может, вот здесь? Блин, реально. Нось мой неземной, почешу-ка я его. Почешу его. Чухай, чухай, мой нежный нос. Чухай, чухай, пока не отрос. Не придумала другую рифму, извините. Вот это я иду. Кто знает, куда я иду. Грибочек вижу. Вижу грибочек. Нось, 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 нось. Ой! Тихо! Стой! Блядь! Дурачок. Кто ж так прыгает? Надо рассчитывать-то силу прыжка. Так, это я туда к мосту, да? А есть еще куда-то вот туда. А что там? Блин, а что вот эти черепки, значит? Я зачистила их или нет? Я не понимаю. Зачистила или не зачистила? Вот в чем вопрос. Так, и тут где-то был чувачок. Чувачочек. Которого я убила. Его тоже надо полутать. Хороший прыжок. Это прыжок Верки, как бы, да. Мать, какой же ты ногожоп! У меня уже аптечек, походу, нету. Так, ну я, в принципе, все вроде полутала.
Можем подниматься обратно и отправляться к мосту. Больше похоже на прыжок Эли. Что-то душненько в чате. Откройте форточку, пожалуйста. То как... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ты куда, блин? Ты куда? Больше пока что тут опасно. Опасность — мое второе имя. Что-то как-то вечереет, что ли. Я не хочу вечером идти драться с ними. Они будут нападать на меня. Блин, вот как бы тут вроде нету этой самой... выносливости, но при этом долго бежать он не может. Интересно. Господи, нос мой. Смотрю только на тебя. Правильно, смотри только на меня. Капец какой-то. Я не знаю, что с носом делать. Надо, наверное, воды побольше пить и, может, таблетку от аллергии бахнуть. Просто жесть какая-то. Блин, зря я доктор Пеппер пила. Мне просто так нравится, знаете, когда кушаешь и запиваешь газировочкой. То есть тебе вроде и так, типа, приятно кушать, но с газировочкой тебе в два раза больше приятнее. Прям оно так хорошечно идет тебе. Прям вообще кайф. Вот, и поэтому я его вот это вот все время пью. Так, отдыхаем. До утра. Язва тоже рада? Да ну, зачем так? Язва — это плохо. Хотя не, вроде ночи тут не сильно темные. Не, кстати, холестерин у меня заниженный. Потому что я всю свою жизнь почти не ем ничего жареного, острого, сильно соленого, перченого, там, со специями. Вот. Я не ем практически масло сливочное. Поэтому я недавно сдавала тест. И у меня пришел холестерин вообще заниженный. То есть обычно у людей он повышенный, иногда у некоторых в норме. А я, как уникальный человек, у меня все в это занижено. Так, а как бы мне пройти, но чтобы вот эти вот гнезда пройти? А то эти крысы на меня нападают, мне это вообще пипец не нравится. Мне, в принципе, нужно вообще вот туда. Как раз можно пройтись и там срулить. Окей. Пиццу съела? Нет, не съела. Сливочное масло, наоборот, полезно. Ну, немного, да, но все равно оно повышает холестерин. Плюс не все могут есть масло, которое домашнее, да? Большинство же едят, которое магазинное, а магазинное масло, ну, оно такое, короче, не очень, мягко говоря. Я там комнату не открыла, вот блин. Нашли метательный нож. Удерживайте, чтобы выбрать его, понял. Пацаны, что, где вы?
На той стороне кто-то был? Да вроде нет. Вниз спускаться. Не могу понять, на той стороне есть кто или нет. Вот это я, конечно, лоханулась. Там собака? Да господи, где же ты? Я не вижу. Ай, я умерла, капец. Здорово, Сэмчик. Да, продолжаю метро. Не пугай. А ты не пугайся. Что это ты-то так? Побей себя легонько по носу? Нет, думаю, это не особо поможет. Да это аллергия у меня просто пошла, и он чешется, собака, на что-то химическое. Так, итак, где я вообще? А, я упала вниз. Угу. Что он там кукарекает? Блин, я без фонарика, конечно, очень плохо вижу. В игре. Так, собака меня найдет? Вон собака идет. Не получилось. Прости, пес. Ладно, короче, чё я страдаю? Пошли стреляться. Да кто рычит-то там? 6 чисто фуфаечки. Ай, кто там? Говнюки.
Там кто-то еще один вроде был, да? Что вы все, чаек попиваете? У меня у соседей собаки гавкают, заколебали. Недавно увидела, кстати, что там у меня за собаки. Пипец, конечно. Так, и как его... Отстрелить его, что ли? А, лол, реально отстрелить просто. Что-то как-то... Не, видимо, еще кто-то есть, кого надо жахнуть, да? Кто еще-то есть? Мне казалось, я всех вальнула. Нет, не всех. Ты где? Вон, ты где? Я тебя нашла. Блин, здесь почему-то Е не всегда работает. Почему? Непонятно. Ой, сейчас чихну. Капец. Да что ж такое? Thank you, Void. Я стираю сейчас. Может, у тебя на порошок аллергия? На какой-то есть. Спасибо, спасибо. Я сейчас плакать уже буду. У меня такое бывает, когда я много чихаю, у меня начинается по итогу слабость, и я плачу и чихаю вместе. Ты что расчихалась? Да, аллергия у меня. Но я уж таблетку выпила. Блин, нос течет как сучка просто во время течки. Капец. Ой. Так, все вроде норм. Так, нет, походу еще не все. Че, еще кто-то есть, что ли? Ха-ха-ха, курочка. Наконец-то, новая заметка. Так, сложная песня. Это да, это я. Я вчера узнал, что у меня на большую сырную пиццу аллергия. Ну, скорее всего, не на саму пиццу, а на какой-то ингредиент просто. Я уже подумал, донат пришел. Да, я тоже все время дергаюсь, так я думала. Кидают в меня деньгами.
Кто-то вспоминает, вот и чихаешь. Ну, или так, да, как вариант. Так, добрый день, Север. А также и всем твоим бродягам по кругу жму краба. Довели до меня о сомнениях среди мужиков, так что хочу внести ясность. Долбославы понятия не соблюдают, творят беспредел. Скармливают мужиков своей рыбе. А такого наказания среди людей нет. Жесть, у меня сегодня трудности с читанием, еще хуже, чем вчера. Потому все уважаемые люди должны поступать с ними как со скотиной. На пики не ставить, а загонять в стойло. Астраханская братва их принимает с благодарочкой. Удачи в делах правых, здоровья в духе свободы, жизнь ворам. Ауе, ёпта. Жизнь ворам, но пасаран. Вот, откуда ты стрелял? Где ты? О, глядите, какие постеры! Офигеть! Ничего себе! Детям мороженое, бабе цветы, да. Блин, а где ж последний? Кто стрелял там? Стоп, тут что-то было. Угу. Может, он наверху где-то? Что-то понять не могу. Песика жалко. Нет, это не сюда. Ну ты где-то тут. А где ты? А, вон ты где. Сейчас я тебя туда-сюда. А чего? Я подошла, а ты зассал, а? Мышь. А сдалека так стрелял, смотрите. Смелый какой, а? Так, у него должно было быть оружие. Где оно? Упало? Да, вот оно. Хорошо. Так, тут я вроде все просмотрела, да? Нет, не все. Хорошо, что перепроверила. Да не оставлю, не ной. Дай посмотрю, что по луту. Блин, почему же здесь нельзя... Пожалуйста. Отойди, братан, я сейчас буду стрелять. Открой клетку. Хотя, ладно, давайте другим оружием. Выпусти нас, парень. Ты ведь не бандит, сразу видно. Хоть еретик ты. Но мы за спасение твоей души палец, молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Нормально. Себя. Тебя ведь Силантия анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, конечно, не скажу. Я бы таким людям обычно не доверяла, они все равно сдадут тебя с потрохами. А он, кстати, мужичок. Ну, дадим мужичок. Ему чуток оклематься и на мост с божьей помощью. Ладно. Да, воля его. Так, ну так-то я вроде тут все полутала, можем, в принципе, выходить. Что за глюк? Какой глюк? Где глюк? Так, зажигалка. А тут вот это зажигалки. Так, мне бы, конечно, где-то найти бы этот. Ой-ой-ой-ой-ой.
Беда какая. Мне нужен верстак. Жуть какая. Блин, я так жду следующую часть метро, ну или хотя бы что-то от этих разработчиков. Прям вообще очень хотелось бы. Разработчики метро, пожалуйста, если вы меня смотрите, делайте следующую часть. Я готова ее купить. Только сделайте. Так, вот тут пошли наверх сходим. Дальше будет еще интереснее, блин. Да хорошо. Только единственное, что у нас времени уже, к сожалению, не так много, чтобы на этой неделе играть. А, тут можно было вот так по стелсу пройти. Но я бы все равно на досках бы упала. Как это у меня и получилось. Вот. Там вон, кстати, еще какой-то ангарчик. Надо его просмотреть. Так, нет, тут не падаем, потому что коленки у нас слабые. Да кто мне опять пишет в Дискорде? Ну, ребята, ну, блядь. Странно. А, понял. Что там за анонсменс? Что-то там непонятное. Непонятное от разрабов. Так. О, здорово, мужики. Что-то тут прям пусто-пусто, жесть. Так, сейчас мне надо, наверное, фонарик чуть подзарядить, а то что-то плохо показывает. А, и все. Понял. Ну ладно, хотя бы так. Это кто? Это кроля. Смотрите, кролечка. Так, ну все получается, валим отсюда, да? Так, что у нас вообще по этим самым? Так, все, мы зачистили. Получается, нам нужно идти в следующую, а в следующую это вот туда. Окей. Кстати, почему-то теперь вот куда меня вел тот пес, тот монстрик меня куда-то, вот видите, вел, который... Блин, а вам не видно под вебкой. Вот, там сейчас вопросительный знак. Блин, и чтобы туда дойти, нужно вот это вот все обойти. Блин, капец какой-то. Или можно по сюжету идти, и потом, может быть, я туда дойду, но это не точно. Так, вопрос. Смотрите, показываю вам карту. У меня есть два вопросительных знака и крестик. Крестик – это главное задание. Мне сначала нужно сделать вопросительный, а потом крестик. Или я могу сделать вопросительный крестик, а потом снова вопросительный. Это очень важно. Запись идет? Да. Как иначе? Второй вариант. Окей. Okay.
фортификации развели, крыса не проскочит. Аптечек нету. А к чему он говорит, не подходи к мосту? Ой-ой-ой, меня плющит. Наконец-то. Так, разорванная страница. И хотя в редкие моменты просветления путник с юга по большей части молчал, когда лихорадка возвращалась, язык его развязывался. И слова его ужасали. Говорил он путанно, но слова его рисовали картины истинного ада на земле. Море огня, нефть, выступающая из пор земных, изжигающая... Равно человека и зверя чудовищная резня и целые народы, покоренные некой ордой. И моторы, все время моторы. Этот бедняга потерпел от богомерзкой техники электричества муки больше, чем мы можем себе вообразить. И уже одним этим страданием, вероятно, искупил все свои грехи. Но когда он испустил дух, мы провели над ним обряд, как будто он был одним из членов нашей общины. И царь-рыба перепроводила его душу прямо к райским вратам. Жесть. Да, та сторона, которую сейчас не надо. Я в курсе, да. В курсе. Так, это поспать можно. А это можно сделать. Так, значит, я получила новый шлемак. Новый броник. Угу. Так, это чинить вроде не надо. Сюда надо только если почистить, наверное. Так, аптечки. Ну, тут вроде все сделано. Все. Так, поспать надо, не надо. Давайте просто бухнем и пойдем. В принципе, сейчас все равно свет. А когда он просто бухает, он тут это, типа, хилится и все, да? Без того, что пропускается время. Куда-то вот туда надо. Ой, блин, как чешется, капец. Заколебало. Чешется и чешется. Тут вроде ничего нету. О, ангар, кстати, с чудовищами. Но я как поняла, чудовища ничего не охраняют особо важного. Так, мне ж сюда идти? Да. Так, в ангар нужно заходить или нет, чат? Говорите. Просто я не хочу лишний раз тратить патроны. Сюда иди! Вот, мля, сучество! То за...
Блин, а тут у него даже ничего нету. Капец. Что там за монстрики орут? Было бы прикольно, если бы я их вырубила, типа из-за этого на них напали монстры и сожрали их. Вроде как я виновата, но с другой стороны, убила-то их не я их просто вырубила. Был сегодня в метро и там такого не видел. Ой, здрасте. Жесть, реально. Нет, я думала, двоих убила одной пулей. Но не тут-то было. Сами виноваты, они сами напали. Так, а тут ничего нету, тут ничего нету. Так, Коля, пойми наконец, вечно так продолжаться не может. Надо либо снимать знак, или блокпост организовывать, или еще что. Люди все идут. Последняя семья 6 километров машину толкала, и когда мы им сказали, что бензина давно нет, чуть до кулаков дело не дошло. Да, мы были внесены в список пунктов снабжения, и мы не виноваты, что бензовоз не дошел. Но почему из-за этого я должен объяснять людям, добравшихся до нас на последних каплях бензина, что теперь им придется бросить машину со всеми вещами? Хорошо, хоть в эшелоне, который на мосту торчит, еще остались сухпаи. Так что именно туда мы с более вменяемыми из беженцев отправляемся, так что, как поймаешь, наконец бензовоз, ищи меня там. А еще лучше сразу веди бензовоз туда, без горючего нам зимой придется туго. Здорово, водка. Как твоя пиписька? Песня классная! Осаждаем. Так, чё, куда дальше? Получается, все, мы зачистили и дальше по сюжету вот туда. Да чё там, чуваки? Реально, чуваки. Чувак, уйди отсюда. Спасибо. Так, у нас тут верстак есть. Вот эти штучки есть.
Ну, больше ничего нет. Ну, давайте глянем еще раз на верстаке, что мне надо. Я там вроде какой-то еще этот нашла. Вот, привязь для метательного оружия, дополнительные ремни и подсумки для метательного оружия, позволяющие удвоить его запасы. Да не, я думаю, мне патронные подсумки нужны, а не эти. Я все равно почти ничего не метаю. Вот я и спать захотела от таблеток, замечательно. Так, новый прицел мне дали. А нужен ли он мне? Так, нет, стой, мне надо оружие почистить. Так, давай сделаем это. Так, тут патроны еще вроде есть. Так, почистить. Чищенный. Да вроде чищенный, да. Что ты вот как отработал сегодня? Ну, вроде все, можем идти. Так, здесь есть лодка. На лодке уже можем доплыть куда-то, правильно? То есть, короче, у меня по заданию сесть в лодку? Я правильно поняла? Что-то там сторожевые мертвые уже. Орден электроборцев, лол. Так, мне ж сюда или не сюда? Подождите, ну вроде да. Чего? Что-то меня не пускает дальше. Что за фигня? Подождите, надо фонарик чуть подзарядить. Не вижу ни хрена. Это тут темно и страшно, если честно. Они же на меня не будут нападать, пока я в воде. Нахромал себе мозоль. Блин, бедолашка. Слушайте, да, тут все люди мертвые. Охренеть. Так. А как зайти в заметки? Непонятно, да? Здесь слишком много лишних звуков. Я начинаю нервничать. Сын, козел вонючий, рот ебучий, извините за мат. Ай, промазала. Обозначение-то это...
Так, а вот здесь что-то надо бутануть. Хорошо, хорошо. Так, а что вот там? Дверь какая-то. А, это тот самый этот схрон? Блин, прикольно. Прикольно. В основном накапливается в иле, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бездонную... Вот, чуть лучше бинокль или бинокль, который в темноте видит, походу. Да. Нажмите F, чтобы включить-выключить прибор ночного видения. Жесть, здесь, наверное, должно вонять пипец. Здесь типа кладбище. Ой-ой-ой-ой-ой, как же ты хороша. Давай тогда возьмем три обвеса-то у тебя тут. Я проснулся. Доброе утро. Ходи. Ну, сейчас я это... Ой. Потерплю чуток, может, 5 минут потерплю. Если мне станет легче, то хорошо. Если нет, то... Так, ну я, наверное, все равно переоденусь. А какую бы футболочку надеть? Серенькую надену. Не видно, да, не видно. Ой. Так, поехали. Так, стоп, а мы вот сюда ходили. Отражение ничего и не видно было. Не знаю, что он там напридумывал. Ну, при большой фантазии можно что-нибудь доразглядеть, мне кажется. Не, ух ты, здравствуйте. До свидания. Блять, я случайно нажала кнопку, извините. Ой, как-то мне не нравится этот мост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет, пожалуйста, нет-нет-нет! Блять, мы все умрем! Мы в дерьме! Нормально, мы выбрались из дерьма, все нормально, не переживайте. Я не дам вам пропасть, ребята, не дам. Слушайте, реально, сняла этот самый и полегче стало. Но нас все равно чешется. Хипнопай, привет! При большой фантазии можно за 5к подписаться на Boosty и много чего увидеть. Кстати, блин, у меня есть парочку фоток.
на Boosty за 5к. И я вот думаю, выкладывать их или не надо. Там вроде все равно сейчас подписчиков за 5к нету. Вот, и может не надо пока выкладывать. Ну там прям так, ну, солидно, конечно, солидно. Там надо будет некоторые места закрасить так. Артём! Да что тебе надо? Ай, да он упал на меня просто. Выложи, вдруг появится. Не, ну такое вполне может быть, но не знаю. Блин, а вдруг я стану в будущем, я не знаю, какой-то женой, я не знаю, там, какого-то высокопоставленного молодого человека, да? Ну или не молодого. Вот, а тут как бы я такие фотки на Boosty выкладываю. Как-то, блин, ну что-то не очень, не. Конечно, не факт, что я такой стану, но типа лучше перестраховаться, мне кажется, не? Ты вагон крадешь? Да, я краду вагон. Я воровка. Элька, золотая ручка. Сколько у меня патронов? 4. Хреново. Ой-ой-ой. Часть теряется. Прием, прием. Нет связи. Ай, больно. У меня запка за 5к там закончилась. А ты не смотрел предыдущие посты, которые там были? И нахрен. Походу F мне, да? Походу F. Сука! Крыса! Вы видели, видели, на меня напал в воде, козел. Смотрел, как же не смотреть? Ну вот, вот. Есть еще парочку фоток туда. Но я что-то стесняюсь.
Так, где я вообще? Ай, алло. А, это я всех убила, и мне вот сюда надо идти. Ага. Так, там вроде ничего нету, да, значит, точно сюда надо. Я тебе расскажу один секрет. Чуть позже ты его сможешь убить, тем самым отомстишь. Да толку-то мне от этого, если он меня уже напугал, козел. Мне легче-то не будет, если я его убью после этого. Я-то уже уписалась, понимаете? Новые трусишки он мне не купит. Ай, больно. Так, а я, кстати, вот то сделала. Да, сделала. Все, какая я умничка. Так, вот здесь очень ненадежно выглядит мостик, если честно. Я бы не ходила по нему. Но я думаю, выбора у меня не особо много. Поехали. Уэй! Ой, здрасте. Тут от них отбиваться придется, да? Ты нас любишь, конечно, как иначе может быть? Куда же я без вас? Ой, сейчас чихну. Вот правда, да. Ой. Этот нос меня заколебал просто. Ой. Я еще, кстати, думала завтра, типа, постримить. Но чувствую, я уже так устала, плюс я еще так заговариваюсь, что, наверное, придется все-таки выходной делать завтра. Так, можно вот здесь спуститься вниз, там что-то посмотреть и что-то вот здесь. Тыкаешь отсюда, падла. И тыкаешь отсюда. Ха-ха, сосать. Плюс лежать. Блин, их там много. А у меня закончились патроны вот эти вот. Почему он... Да у меня же были еще.
Все, всех завалило, аллилуйя. Правда, я все патроны потратила. Тыквы. Ух ты, жесть. Как же глаза болят в очках ночного видения? Да? А мне наоборот, так светло, все так хорошо. Мне сюда, что ли, идти или чё? Что-то не догоняю. Ай-яй-яй. Какой-то крокодил-мутант, ей-богу. Так, а чё, куда? Сюда? Артём, жив? Жив. Тёма! Артём! Как? Слушайте, а если он не мой, как он отвечает на радио, лол? Издаёт какие-то звуки, типа, или чё? О, это, кстати, можно перерезать и призвать этого, что ли, да? Тут какой-то вот метро 2034. Это что-то консервная банка, свечка, что-то вообще не понимаю. Так, не включать. Почему? Хочу включить. Блин, у меня прям совсем этот поломался. А, так, а как я тут не вышла-то? То есть я могла через секретную комнату пройти? Или это другая? Да нет, вроде та же. Лол. Это ж та же комната. Я могла тут пройти, типа, что ли? Церковь царя Водяного, обитель Силантия, орден электроборцев. Жесть. Стой, стою. Интересно, если человек немой, когда он чихает, он издает звуки? По идее, должен. Вот, но там, не знаю. У меня как-то нету вроде людей таких вот в кругу общения. Так. То есть я могу что-то вот здесь запустить, но это, я так понимаю, призвать этого рыбную падлу эту. А вот это что? Это нам надо... А, мне нужно освободить вот эту штуку, чтобы выехал вагон. А для того, чтобы освободить эту штуку, нужно призвать чувака и вот там вот, получается, вот это скинуть, да? Так, возле работающего эскалатора будь осторожен. Хорошо. Так, это погасить факел. Угу. Звони в колокол, когда рыба подплывает, роняй мусор. Как понять, когда она подплывает? Ой, блядь! Что-то я... А почему... А, во.
Еще раз делать тогда? Три раза делать, да? Мне кажется, ему там плохо, не? Не, ну в колокол больше нельзя позвонить. А вот это не включать, да? Мусор справа. Поздно, я уже все обрезала. Какой мусор справа, где вагонетка? Я не в курсе. Включай. 415-я база, ответьте. Пожалуйста, не включай эту команду, но ты же видишь, я тебя читаю. Ты меня ей пугаешь. Я ее нахуй удалю и тебя забаню. Пожалуйста, давай не будем ругаться. Я ее включила. И что, и нихуя не произошло. А, во. Чешется. Надо, короче, идти умываться, не могу. Все вообще чешется. Стоп, я не туда свернула. Стой, стой, стой. Да что ж ты так гонишь-то, господи, ты не должен так гнать. Я не понимаю, что с ним не так. Так, подождите, повернуть? Почему здесь нельзя никак повернуть? Блин, а как повернуть? А, вот. Зомбаков здесь хороших сделали.
Тут можно разогнаться и вот это вот разбить. Да. Надо вручную биться. Так, ну давайте я тогда вот отсюда слезу. Так, на этих нет нифига. Так, это сейчас мы перезарядим и посмотрим. Так. Ой-ой-ой. Да блин! Да ну вы серьезно? Ой, ладно, в манду. Наркот какой-то. Вижу багу! Да блин! Разочек. Я бы, кстати, может быть, даже бы и наушники надела вместо колонок. Полное погружение, так сказать, бы сделала, чтобы сидеть уютненько себе под нос бубнить. Так, Мазила, что это? А, хотела, подумала, что завтра суббота, хотела спросить, что ты завтра выходной. Кикве. Вчера что-то хотела, кстати, это с Машей пойти в дуо поиграть, потом думала, ладно, не буду тебе изменять. Так уж и быть. Без мазы тут. Конкретно, мля, без мазы. Существо. Для чего я тебе завтра в ТФТ пойти поиграть до? Так, он ушел? Нет. Блин, чувак, ты долго куришь? За звук. Ой, ты куда прыгаешь, ты дурак? Стой на месте, нахрен. Глаза чешутся.
Не, ну после работы, да, можно. Вообще надо. Внутрь надо, да? Ой-ой-ой. Нахрен такие темы. Блин, меня в кустах реально не видно. Рыли. Идемте наверх, короче. Только еду ей быстро нарежу. А чем ты ее сегодня кормил? И чем будешь завтра? Курица и сыр. Сыр. Да ничего, как все взрослые человеки, что там осталось, все цвета. Завтра пока не видели. Выходит, все под вечером, шепот. Ну тогда начи нож, будем сегодня стрить. Только когда тело зайдет, надо же говорить. А по-хански за жмоков не плачет. Так, давайте я, наверное, сохранюсь. Не зря прошла вот это все. И че вы меня топчемся тут? Чисто ложки залетные. Ложки залетные. Ворот смазал? Не, а нахрена вообще? Ты че, обрубил? Вечером мы идем по каширу и скажи. Понял, наши пофиг, один хрен пацаны масло вели. Так ищи! А тут кто останется? Ты? Ладно мне, стой дальше, сам найду. А что, я наверх не могу залезть? Ни хера мне поручить нельзя. Я думала, можно залезть. Ладно мне, поищу тебя, раз так упрашиваешь, сучара. В смысле, другой стример сидит? Слышь ты! А? Здесь сучара это! А, теперь я подняться могу, да? Прикольно. Вот это сука!
А где оружие твое? Вот говнарь. Истучара драная! И кто теперь драный, а? Обзывается. Кто обзывается, тот сам так называется. Ты в курсе? Где ж твое оружие? Упало, что ли? Да, упало. Вот говнарь. А, да я переоделась, пошла, умылась, очки надела, потому что мне что-то прям вообще плоховато. Ай, блин, у меня вообще барсика шерсть во рту. Ой, это что такое? Жесть, он через окно прострелил. Вот это поворот. Писюн ты свой прижал максимум. Я, бля, в гробу видел такие расклады. Где он? Твое место у параши, понял, пес? Простреливаете-то? Где ты? Все? Походу все. Походу сдались. Умнички, послушные мальчики. Так, что у нас здесь? Только свет, да? Здесь ничего, 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 мое любимое. Так, химикаты есть. Так, заходим сюда. Что у нас здесь? Свет, жрачка. Почему вот это нельзя тронуть? Странно. Так, это тоже нельзя тронуть. Как странно. Очень-очень странно. Вообще, на самом-то деле, меня опять поражает, смотрите, в игре. Я, конечно, понимаю, там постапокалипсис, вам главное выжить. Но, блин, ну вы же здесь вот сидите, да, там, я не знаю, что вы делаете, там, жрете, в карты играете, да, там, я не знаю, трахаетесь, еще что-то делаете. Блин, ну почему вот здесь не убрать? Ну почему вы живете в таком хламе? Я понимаю, что у вас приоритеты чисто выжить. Ну вот, видите, сверху мусора лежит коврик. Я, конечно, осуждаю сверху мусора ложить коврик, но, блин, уже хоть что-то. Я уснул. Так, видимо, устал за день. А ты уже в бункер приехала, шустрая? Да не, мне кажется, я медленно прохожу. Плюс у меня аж все чешется. Я тут это, блин, зачихалась за все это самое. У меня уже лицо болит чесаться. Вот. Потихонечку, не спеша, прохожу. Вот. Жалко только, что мы сейчас пройдем. Я, скорее всего, не успею до конца недели. Ну, даже не до конца недели, а до четверга. Пройти метро. И опять придется делать перерыв на неделю-две от метро, чтобы пройти Аватар и The Day Before. Вот это вот прям мне очень жалко. Так, что это такое? Что-то забрали.
Так, ну я там, в принципе, открыла все. Я могу уезжать же, да? Или нет? По идее, что да. Вроде больше ничего нету. Тут вроде тоже. Сочувствуешь? Почему? Думаешь, какашка будет? Так, ну я вроде открыла. А, вот, да, я открыла. Теперь это что такое нахрен? Я открыла, теперь я дрезину везу к вагону, вагон забираю, и куда-то мы едем, да? У меня так сердце стучит. Я купил медовик и графские развалины. Что за графские развалины? Медовик не очень люблю, поэтому не могу за тебя порадоваться всем сердцем. Нужны бабы. Hello, my sweet Nicholas Pipikolas. Thank you so much for your support. Thank you, my dear. Many, many kisses, and you win a мур. Okay, little bit ASMR in your ears. Я тракторёнок турур. Okay, Nicholas, you have two compliments. You want two compliments from me? Поймите правильно, я уже скептически отношусь и к играм от Юбиков. Тем более, говорят, что будет похоже на Far Cry 3. Ну, там шутер будет, просто красивенький такой вроде. Не знаю, мне игру вот подарил Масма, спасибо ему огромное. Ага, и теперь уезжаем. Хочется очень посмотреть и только в твоем исполнении. Бля, Масма, я поняла, что я змеюка. Я такая змеюка, и я, походу, очень злопамятная. И я теперь так и хочется, знаешь, сказать, а как же Маша? Блин, прости меня, Масма, и Маша меня прости, и Масма, я не знаю, это ревность, наверное. Это, наверное, ревность, вот. Но я чистосердечно признаюсь, вот, каюсь, да, каюсь виновна, вот, но ничего не могу с собой поделать. Ай, блин. Ничего, со временем должно пройти. Я вот на водку вроде обижалась, сколько, месяц? Два? И вроде прошло. Тихо, не дерись. А как вот тут? Как дальше-то? Как мне сделать поворот? Подождите. А, вот такой прям поворот надо сделать. Ну ладно, хорошо. Ревность она такая, да. Я, походу, буду припоминать еще некоторое время. Придется потерпеть. Ай, ну что ты светишь? Да блин! Ай-яй-яй-яй-яй!
Оля, какая луна? Ау! Масма, не переживай, Элина меня тоже обижалась из-за Маши, а я всего лишь написала в Дисе хорошие ей слова. Разве? Нет, я вам всегда говорила, все должно быть поровну. Вот, не должно быть ущемления кого-то. Вот, когда все поровну, никому, лично у меня, никому каких вопросов нет вообще. Вот, а когда меня в чем-то ущемляют, я начинаю быковать. Это есть такое, да. Вот. Ай, ну не свети ты. Здорово, Бара. Не, ну а чё пизделей, прапор? Вон, Сергей Сергеевич тебя тоже мудохал постоянно за твои донаты то девкам, то пацанам. Вот, как, а в семью нужно ему было приносить, понимаешь? Только теперь ты тут, как бы, здесь твоя семья. А вот на меня Эля не быковала. Получается, либо держу баланс, либо ей просто пофиг. Но, во-первых, ты держишь баланс, во-вторых, я не могу сказать, что ты полноценно мой зритель. Ты Машин зритель. У меня ты, ну, может, не знаю, может, тебе тут не особо нравится, и ты тут не особо сидишь. Либо ты тут сидишь, луркаешь. Не знаю, я не следила за тобой. Вот, поэтому, как бы, а чё мне предъявлять что-то? Хотя вообще, на самом-то деле, вообще никому нельзя ничего предъявлять. Вы же мне не рабы, не холопы мои, ничего. Хотя вот насчет прапора я бы задала вопрос, конечно. Вот, но вообще, типа, я ни в коем случае не имею права вам ничего предъявлять. Но обидеться могу, чисто по-человечески, чисто как девочкам. Вот, такое могу, да. Я и у Маши не то чтобы в чате пишу. Ну, не знаю, я же говорю, я не следила, поэтому... Я не знаю, могу ли я тебя называть своим зрителем. Это ты мне скажи, могу я тебя так называть или нет? Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя. Ауф! Так, а чё, выходить? Окей, выхожу. Вот это да! Дядя, а я вас сразу видел, Артём. На, держи Мишечку. Малышечка. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мишка-герой? Мама! Найс! Nice. Мишка вернулся! А что сказать? Спасибо, надо? Братишка! Ты настоящий. Ой, спасибо, мужик! Спасибо, дядя Артём! Я твой должник! Как же он явно хочет эту бабу приписюнить! Зуб даю! Кто меня там толкает? Жесть, девка еще и толкнула, ну ж ё-моё! Я только хотел оковы скандалами скинуть и пойти куда-то, а нет, показалось. Нет, да ради бога, скидывай и уходи. Я никого не держу, не хочешь, уходи. Так, а мне нужно, наверное, с пацанами встретиться, давай, да? Давай, чё, давай. Батя ждёт. А гитару-то кому отдать? Ну, здорово, герой. Здорово. Молодцом, справился. Спасибо, батя. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Мне не подобрать слов, так чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Будь потише там. Кто тебя сегодня унижал, Масма, жалуйся? А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Танкисты в чате есть? Угу. Так, спасибо, бать, спасибо. Фиг знает, как определить. Я по стримам хожу в основном в зависимости от настроения. Могу и вообще на Twitch не заходить какое-то время. Ну, вот видишь, и я не могу сказать. Присунуть хочет он, а игрушку искать нам. Ну да, профит. Ну, конечно.
Да-да-да, спокойно уходить. Я как бы этим еще хочу, а то еще нашлешь на меня. Что ты хочешь? Я как бы... 415-я база, ответьте. Ты опять выходишь на связь, мудила? Я как бы... ить еще хочу. Бить, жить... жить, наверное. Жить еще хочет. Нет, но ради бога, вы же понимаете, просто я вам ничего не сделаю, если вы уйдете. Вот. То, что понос насылается, это от обиды, возможно, но я не знаю. Но в любом случае, как бы просто потом, когда вы вернетесь, а возвращаются все, все, кто когда-либо обижал или обижался, возвращаются все. Вот когда вы вернетесь, отношения такого, как раньше, уже не будет. Вот в чем разница. А так-то, ради бога, уходите. Так, так, важная инфа. Тут нельзя никого убивать будет. Тупо стелс. Ой, бляха-муха, нет. Я ж заруиню. Ну, здоров, рейнджер. Здорово. Чего-то я из-за тебя распереживался. Да не переживай, братан. Старею, видать. Кто куда уходит? Прапор хочет уйти. Ну, я ему говорю, уходи. Он говорит, нет, я хочу жить. Ань, боюсь проклёна. Пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Чатерсы на разведку на другие стримы. Прапор от тебя не ожидала. Да ладно, он и так на стриме задержался очень долго. Я удивлена, что он до сих пор тут сидит. И что я ему еще не надоела. Это очень удивительно. Так, поехали. Что можно сделать? Я буду только рад, заебал уже. Да за шо ты так, Айден? Так, поехали. Приклад новенький есть. Отлично. Что это? Деревянный? Точность, стабильность. Да нет, точность лучше от вот этого. Так, вот это что? Во, вот этот лучше всего, да? Окей, оставляем его. Так. 30 патронов, отлично. А что вот это вот? Не поняла. Калаш, ублюдок, револьвер, Ашот. Что за Ашот? Несмотря на примитивность конструкции, это массово производящийся в метро картечный пистолет является мощным и надежным оружием ближнего боя. Что это? Вообще понять не могу. Почему ты должна мне надоесть? Потому что это обычно так у всех зрителей. Рано или поздно стример надоедает. Либо не нравятся какие-то его реакции. Либо там у стримера, допустим, сегодня плохое настроение, он не так мило с тобой поздоровался, да? А ты уже такой, все, обиделся, ко мне больше тут хорошо не относятся. Или там начинается, вот, ко мне хорошо относятся, только когда я доначу. Ну, там вот что-то из этой серии, да? I'm ready for a compliment. Oh, my dear. Okay, Nicholas. For first, you have a charming voice. It's a pleasure to listen to you every day, as I remember when we play. And second one, you are beautiful. Yeah. For a man, you are really beautiful. Yeah. So that was two compliments. Это ты можешь разобрать на другое оружие? Разобрать на другое. А, то есть, короче, я разбираю свой калаш с обвесами, да, и делаю из него какой-то другой пестик, правильно? Ты для меня больше, чем просто стример. О май, а кто я для тебя? Развод и девичья фамилия, и тапочки по почте, да. Блядь, мне опять кто-то в Дискорде написал. Да ёбин бобин, ну что такое? Кому там? Ну, 100%, наверное, разработчики опять, да? Да. Ой, господи, понятно. Я их, главное, не делаю мутым, чтобы они это самое, хоть что-то там дельное, оповещения были, они херню какую-то присылают.
Так, ладно, это мы сделали. Что у нас здесь? Прицел новый, да? Да он нам тут не нужен, в принципе. Ну, давай поменяем, окей. Так, вот это вот. Что тут такое? Магазин больше становится. Ну, давай. Так, почистить. Давай почистим тебя. Так, ты чистенький. Стой, стой, стой. Вот это вот давай почистим. Вот это грязненький. Вот это тоже почистим. Хорошо. Боже, как я хочу в Void Train поиграть. Я не могу. Меня аж прям трясет. Так, аптечки. Аптечек у нас нет. Так, патроны. Так, этих достаточно. Вот этих давайте сделаем. Все, максимум, да? Леона Хюрем на папошке Сюмбюль. А Сюмбюль это кто? Я знаю, кто такая Хюрем, а Сюмбюль нет. Я не смотрела сериал, прошу прощения. Можно мне расшифровочку? Так, все, вроде тут мы все сделали, да? А, я хотела починить, вот, его надо починить, а то ему тут жопа полная. Все, я все сделали. Так, да, да, все, выходим. Сюмбюль — это тот, который без писи всегда помогал Хюрем. Так, прапорт, нужна проверка, Сюмбюль ли ты? Блин, мне так смешно, что-то аж хрюкну сейчас. Если что, верстак свободен. Да я уже все сделала, братан. Подождите, а где вообще вся команда? Мне же... Пришел отдохнуть? Хорошо. Но долго не задерживайся. Ты очень нужен в порту. А где команда молодости нашей? Мне гитару уже нужно отдать. Что-то их тут нету. Ну ладно. Я ушел? Угу. Куда ушел? Алло, проверка нужна. Доставай писю, будем проверять. Когда я тебе еще такое скажу, а, прапор? Ну что, брат, готов к последнему рывку? Давай по пивку. Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха. Круто, спасибо. Давай, запивай. Подожду. Спасибо вам, спасибо. За что? Вы не представляете, что это для нас значит. Спасибо. Мы ведь на этом вагоне год назад сюда. Столько всего потом произошло. А чё, всё? Вот это вот и поиграл? Ясно, нахер я ее добывала, непонятно.